Как проснуться без кофе? 7 советов правильного утра. Первая мысль многих людей после пробуждения – это мысль о чашке кофе. Кофе для них – это своего рода утренний ритуал, без которого кажется невозможным проснуться и начать новый день с бодрым настроением. Если одним людям стоило бы задуматься о возможной зависимости от кофеина, то другие вынуждены отказаться от него по состоянию здоровья или другим причинам. Но что же делать последним, чтобы взбодриться и прогнать сон? На самом деле есть альтернативные способы просыпания без тонизирующего напитка и при этом чувствовать себя активным и полным энергии. Первое. Естественное освещение. Наверняка вы замечали, что летом гораздо легче просыпаться, чем зимой. Это связано с тем, что солнечный свет воздействует на циркадные ритмы посредством регуляции гормональной структуры, способствуя снижению уровня мелатонина, гормона, который вызывает сонливость, и повышает уровень серотонина и дофамина, веществ, связанных с хорошим настроением и состоянием бодрствования. Когда солнечные лучи падают на сетчатку глаза, производство этого естественного седативного средства мелатонина резко падает, способствуя усилению мозговой активности. Поэтому перед сном оставьте шторы открытыми, чтобы утром в комнату проникал солнечный свет. Если же за окном пасмурно и осенние и зимние сумерки, в качестве альтернативы можно использовать различные виды ламп, имитирующие дневной свет. Второе. Стакан воды сразу после пробуждения. Как только встаете, выпейте маленькими глотками стакан чистой воды, которая быстро увлажнит клетки всего организма и особенно мозга. Синапсы, то есть точки соединения между нервными клетками, активируются, и нейромедиаторы мозга, которые регулируют чувство бодрствования, помогут быстрее проснуться. Кроме того, жидкость стимулирует работу почек и, следовательно, вывод токсинов, накопленных в течение ночи, которые забивают организм, провоцируя сонливость. В воду можно добавить немного лимонного, апельсинового или грейпфрутового сока. Витамины и антиоксиданты, которые помогут очистить организм и почувствовать себя более активным. Третье. Мятное эфирное масло. Утром капните 2 капли эфирного масла мяты на запястье или добавьте 4-5 капель в диффузор. Пряный аромат поможет почувствовать бодрость уже через несколько минут. Мята содержит такие вещества, как альфа- и бета-пинен, лимонен и терпены, которые легко достигают областей мозга через обонятельные пути и стимулируют участки мозга, связанные с состоянием бодрствования. Совет. Если провели бессонную ночь, капните немного масла на носовой платок и вдохните. Это поможет прояснить ум и обрести хорошее настроение. Четвертое. Темный шоколад. Шоколад, особенно темный, содержит теобрамин, вещество, которое значительно повышает кровяное давление и ускоряет сердцебиение. Кроме того, он обеспечивает небольшое количество кофеина, однако достаточное, чтобы чувствовать себя более активным. Также шоколад содержит сахар, который является быстрым источником энергии. Отличной альтернативой шоколаду являются яблоки, которые в дополнение к сахару содержат пектин, улучшающий перистальтику. Пятое. Бег и тренировка. Нет необходимости одеваться и выходить на улицу для утренней пробежки. Достаточно 5-10 минут зарядки. Движение помогает проснуться, так как усиливает потребность организма в энергии путем учащения ритма дыхания, сердцебиения и незначительного повышения артериального давления. Кроме того, известно, что утренние тренировки улучшают когнитивные функции на 12%. Также справиться с сонливостью может помочь правильное дыхание. Для этого, лежа в постели, положите руки на живот и в течение 5 минут ритмично и глубоко вдыхайте и выдыхайте через нос. Шестое. Ритмичная музыка. Спокойная музыка предрасполагает к расслаблению, а быстрые ритмы, наоборот, активизируют. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, можете поставить на звонок будильника рок или танцевальную музыку. Жанр не имеет значения. Выбранная музыка должна просто вам нравиться.
Седьмое. Контрастный душ. Перед завтраком и после коротких физических нагрузок постойте 3 минуты под душем, начиная с довольно высокой температуры, где-то 40 градусов, и постепенно снижая ее до 25-26 градусов. Этот перепад поможет быстрее выйти из состояния сонливости и заторможенности. Если у вас есть время, можете усилить эффект, снова медленно повышая температуру. Струю воды следует направлять на верхнюю часть тела, то есть плечи и шею, чтобы изменение температуры активировало гипоталамус, отвечающий за регулировку ритмов сна и бодрствования. Кому было полезно, подпишитесь на канал и поставьте лайк.